Размах коллекции и мельчайшая проработка деталей впечатляют. Коллекция изготовлена в Санкт-Петербурге на Императорском фарфоровом заводе в 2019 году. Это точное воссоздание самой первой коллекции завода, в появлении которой участвовал лично Николай II. Мы говорим о коллекции Николая II. Изначально коллекция затевалась к 300-летию дома Романовых и должно было быть чуть ли не 400 фигур. Но в силу обстоятельств, связанных с революцией, Императорский фарфоровый завод успел выпустить 74 фигуры. Поскольку модели императорского периода были утрачены, художники и скульпторы воссоздавали все эти скульптуры, используя 3D-моделирование. Эрмитажную работу сначала копировала машинка, а слепые места доделывались вручную. После этого скульптура лепилась из пластилина, далее модель переводилась в гипс. Уже гипсовая модель разбиралась на множество кусочков, и с них снималась форма, в которую заливался шликер. Шликер – это фарфор, разведенный до массы, похожий на жидкую сметану. В конце умелые руки художника расписывали фигуры. Мы воссоздавали все эти скульптуры и использовали 3D-моделирование. Эти удивительно красивые произведения искусства гости и жители курорта могут увидеть до 23 июня. Выставка открыта в режиме работы музея.